Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас будет видео о моих вышивальных покупках. И это будет видео не только о покупках, а еще и видео об одном из моих ближайших проектов, которые я буду вышивать, я надеюсь, еще в 2015 году, который я начну вышивать в 2015 году. Я уже вам говорила, что очень люблю тему Праги, все, что связано с этим городом, сюжеты, какие-то такие вот архитектурные. И сейчас, вы знаете, я отшиваю проект «Прага. Старый город» и говорила вам, что у меня будет в комнате такая стена узенькая, и вот она будет вся посвящена сюжетам на пражскую тематику. И вот как раз такой сюжет очень быстро нашелся у меня в пару к моему старому городу, и это... Сейчас я вставлю картиночку. Это акварельная Прага от Катерины Бесперстовой. Также я вам уже говорила, что мне очень нравится этот дизайн, и наконец-то я решилась купить схему. Отшивать, конечно, я начну его немного позже, потому что мне, во-первых, надо закончить старый город, надо закончить шотландский верес, который, кстати, очень хорошо продвинулся. Мне надо вышить, вернее, еще кое-что небольшое, но уже давненько обещанное для своих друзей. В общем, и потом уже только браться за старый город. Но мне кажется, все у меня получится. Я очень на это надеюсь. И сейчас у меня есть возможность купить материалы для этого проекта, поэтому я их сейчас и купила. И вот давайте я вам расскажу, что же за материалы я приобрела. Значит, начнем с канвы. Дизайнер нам советует вышивать эту работу на белой равномерке 16 каунта. Хороший выбор равномерка, все это правильно, хорошо. Единственное, что меня смущает, белый цвет, хотя работа, вот отшив, да, представлен именно на белом фоне. И вообще, если честно, у меня впечатление от этой работы как раз такое вот, что она вот что-то серое на белом. Но мне надо, чтобы эта работа была гармонично смотрелась, вернее, с моим старым городом, который, вы знаете, отшивается полностью в сепии и имеет такой налет старины. Поэтому я решила заменить белую равномерку на вот такой вот лен. Так, секундочку. На вот такой вот лен цвета Роу. Ролью. Вот, кстати, всего лишь будет небольшая работа. Он очень хорошо перекликается с цветом, с цветами ниток, которые используются сейчас у меня в старом городе. Я думаю, что вот как раз все очень хорошо на него уляжется. Это лен 32 каунта Белфаст. А, нет, я вам... Да. Цвайгард Белфаст 32 каунта. Натуральный Ролинен. Размер я купила 45 на 50, вернее, 50 на 45 сантиметров. Очень мне нравится. Покупала в магазине шелковая нить. Вот чем нравится магазин? Что вот сколько тебе надо, столько отрежут. В магазин придешь, когда в обычный, вот я прихожу в тот магазин, где покупаю обычно равномерку, говорю, мне надо 50 сантиметров. Они берут рулон длину, шириной там 1,10 м, 1,40 м, отрезают 50 сантиметров, я за всю вот эту вот длину погонную плачу. Мне не надо такое, мне надо вот 50 сантиметров на 40, все. Мне надо под конкретный проект. Вот этот кусочек мне обошелся, девочки, в 427 рублей. А мулине я покупала там же. Что-то я затрудняюсь сказать, почем мне в итоге обошлось. Короче, там, по-моему, 28 рублей за мулине, за один моточек мулине DMC. Угу. Вот, теперь про мулине. Значит, ключ дизайнер дает только в цветах DMC. Ну, мне кажется, перевести сейчас не проблема. Все прекрасно знаете, что Галина сделала нам прекрасный подарок в виде шикарной таблицы перевода в цвета ПНК. То есть, кто не готов платить за DMC, можно оплатить, купить ПНК, перевести, можно перевести в гамму, во что угодно, но я все-таки решилась выполнить эту работу в DMC, потому что ну, не та эта сумма, чтобы я отказывала себе в таком шикарном удовольствии. Вот всего лишь сколько ниточек я нашла у себя в закромах, 3 перемотанных на бобинке и
6 в пасмочках. И остальное докупила в шелковой нити. И посмотрите, какая это гамма. Вот верите, нет, у меня, вот я правду вам говорю, у меня реально ассоциация у этого проекта, что он, это серая какая-то работа. Вот посмотрите, даже есть, вот река течет, да, на какие-то чернильные кляксы, и, видимо, вот это вот четко мне как-то вот запечатлело, что работа серая, выполнена в каких-то серых тонах. Когда я стала заказывать, я просто была в изумлении. Вы посмотрите, сколько бирюзового, сколько голубого, рыженькое, вообще розовое, это нечто. Я в таком, ребята, восторге вот от этого всего. Вы просто себе представить не можете. Вот такой вот, столько много цветов надо. Сейчас я поищу. А нет, наверное, не посчитала я, сколько цветов. Но я еще буду рассказывать по проектам, посчитаем. Вот такая вот охапка мулины нужна для выполнения этого проекта. И вот так это все будет сочетаться с льном. Прямо красота. Страшная сила. Вот, значит, что по цене? По цене я вам уже озвучила 400 рублей с копейками кусочек льна и, так, секундочку, и 1120 рублей плюс вот эти 6 моточков, ну даже будем считать их по этим же ценам, 6 на 380, так, я сейчас схожу, не схожу за телефоном. 1120 плюс 180, это будет 1300 рублей за мулине, и 427 рублей, ну, будем считать, 430 рублей за лен. Итого получается 1700 рублей одни материалы, плюс 400 рублей схема, получается 200, полный комплект материалов для отшива дизайнерской схемы. Вот это к вопросу о том, сколько стоит наше хобби. Вот реально, если покупать все материалы по ключу, если, ну, скажем так, заморачиваться за качественные материалы, за лен, то вот в такие цены выходит. Это, в принципе, цена очень приличного, качественного набора. Плюс еще оформление, которое сейчас, ну, минимум 2000 вот на такую работу, это минимум, если я совсем ужмусь там с рамой и со стеклом. Вот получается работа 4-5 тысяч. В среднем одна готовая работа по себестоимости. Но это просто как бы вводное для будущего видео, которое буду снимать в конце года, и мы там посмотрим, сколько разные работы обходятся. Вот, схема сама по себе очень классная, она черно-белая, для меня это очень хорошо. Я не знаю, есть ли цветная, я не спрашивала, потому что мне черно-белое устраивает. Отдельно символы, и потом есть отдельно схема с бэкстичем. Кажется, что все такое акварельное, размытенькое, но нет, все очень, очень насыщенно. Значит, вместе с этим заказом я заказала еще одну очень важную для меня вещь. Это палитра Линды 27-го аккаунта от Цвайгард. Палитра цветов. Вот так вот она просто порезана, сложена в мешочек. Оттеночки можно посмотреть. На каждом ярлычок с номером. Белый, молочный, бежевый, розовый, голубой, вот для меня сейчас очень актуально, мятный, черный, кофе с молоком и какой-то тоже сероватенький. Вообще, это мега полезная штука. Квадратики 10 на 10 сантиметров можно поприкладывать, посмотреть, как все это будет классно смотреться, не тратить деньги. И стоит это удовольствие 125 рублей. Неоформленная карта цветов это называется. Канвы Линда 27-го аккаунта. Отличная штука. Там еще есть карта цветов Цвайгард. Но когда я заказывала, не было в наличии, в следующий заказ, который я думаю, что я обязательно совершу, потому что цены на канву, на лен меня очень устраивают. И варианты отрезов этого льна меня тоже устраивают. Я обязательно подгадаю момент и закажу уже вместе с
с Белфастовской такой же картой. Вообще, это вот, ну, это гениальная вещь. Она очень классная. Также у меня появилась наконец-то вот эта вот штукенция. Это даже не знаю, стоит ли ее представлять. Карта цветов DMC. Живая. Значит, я ее покупала на сайте so-and-so. И вы знаете, даже с доставкой и даже вот с этим бешеным курсом, который есть сейчас, эта карта вышла на 1000 рублей дешевле, чем покупать ее на наших сайтах. Реально, вот не бойтесь, идите, смотрите, если кому-то надо, или, допустим, кто-то ищет наборы Boti Threads, несравнимые цены. Я хотела, я купила еще один набор себе от Boti Threads, новиночку, и когда выбирала, я просто, ну, посмотрю, может быть, не обязательно из Лондона ждать, там все это очень долго, и как бы все равно конвертация туда-сюда, я пошарилась по нашим сайтам. Значит, я нашла Boti Threads на сайте «Вышивка крестиком». Там, мне кажется, просто в два раза дороже. Там цена за один набор 3800, 3900. Это я в рублях говорю, в тысячах рублей. На сайте Dimshop, по-моему, в Dimshop или в 7 петель. Ну, короче, в каком-то из этих сайтов наборов этих не было. И тоже цена где-то порядка рублей на 800 дороже, чем у меня получилось за набор. И вообще вариантов нет. На Аграфку зашла, там ничего нет в наличии. Цена может быть нормальная, но вообще в наличии нет ничего. Поэтому мне пришлось заказывать на so-and-so. И я не жалею нисколько об этих заказах, потому что они реально выходят дешевле. В общем, в левом верхнем углу сайта есть пунктик. Когда вы выбираете цену, валюту, в которой показать цену, рядышком написано «цена», включая VAT, Value Added Taxes, это что-то типа аналог НДС нашего, или исключая. Выбираете excluded, это исключая, потому что, ну, по крайней мере, жители, граждане Российской Федерации, вот этот VAT они не платят. И когда вы будете скидывать все в корзину, цена будет вставать именно там. Поэтому при принятии решения имейте это в виду, и поэтому сразу выбирайте пунктик excluded, чтобы видеть конечную цену, она вполне разумна. Вот поверьте мне, вот эта карта, я ее заказывала месяца полтора назад, она вот столько же шла очень долго, почему-то она как раз, вот она мне получилась на 1000 рублей дешевле, чем в самом дешевом интернет-магазине в России. 1000 рублей это прилично, это буквально вся вот эта вот кучка мулине стоит 1000 рублей, поэтому стоит поискать, посмотреть и повыбирать. Значит, про карту все. Я уже с ней поработала. Был интересный очень момент, когда я подбирала, просто открыла, давайте расскажу, открыла набор с иконой Теоговернёр, решила к палеточкам, пробежаться по палеточкам, поопределять цвета, потому что знаю, что всегда их кладут впритык. Думаю, вот пока у меня есть желание и хочется с ней поработать, я поработаю. И вот пока я работала, водила пальцы, значит, по палеткам и поняла, что я подбираю под цвет маникюра под какую же палетку у меня подходит. В итоге совпал с 961 тоном, я даже запостила такое фото, что-то типа флешмоба в Инстаграм. Некоторые девочки откликнулись, девчонки, спасибо вам большое, Оксана и Виктория и все остальные. В общем, попробуйте, очень интересно. Я знаю, что, как-то видела в интернете, цвет кухни кто-то подбирал по карте DMC, какому соответствует. Ну, интересно, что если мы такие сейчас шибанутые на всю голову. Всякие нам идеи в голову приходят. Что касается того набора Теоговернёр, я вам потом расскажу. Там много что интересного. Есть цвета вообще, просто я их не различаю. Вот конкретно мой глаз не понимает, в чем разница. И есть цвета, которых я в карте не нашла. В общем, расскажу, когда буду рассказывать про этот набор. Значит, итак, вот такие у меня покупки. Еще мне положили вот такую замечательную бобиночку в подарок. Наконец-то у меня тоже есть настоящий подарочек, а не случайно положенные чужие заказы. Вот такая вот у меня карта. Вот такая у меня вторая карта. Ниточки, ткани. Извините, пожалуйста. В общем, вот все мое богатство.
все мое богатство. Вот. Спасибо вам всем большое за просмотр. Желаю вам удачных экономных покупок, чтобы вы не покупали втридорога, чтобы вы покупали по очень приятным ценам. Желательно, конечно, чтобы DMC нам вместе со льном падали каждое утро сверху, бесплатно совершенно, но такого не бывает. За все надо платить, и тем наше удовольствие, наверное, тем удовольствие от нашего хобби становится лично для меня намного больше. Я знаю, что я на это заработала, что я это все выбрала, подобрала, и вообще я просто довольна и счастлива. Спасибо вам еще раз за внимание. До скорых встреч!